Чел. Ну, второй раз был получше, один с лямбов оставили. До зачета. Ну. Ну, можно будет на каждую глыбу один гимн давать. Да, можно. Чё, давайте таймер, а то ярость. Так а чё ты раньше время пожимаешь, ты это? Да, это раз... облик, когда меняешь. Ну, видал? Вот. Милики опять. Я если что завис. Да на тебя-то пофиг. Ты что там не дамажишь? Главное, ДДшники, чтобы выжили. Стужа, рыбацы по фиче. Стужа, арастра, сандыш. Внушение. Далеко под хвост убежали, очень далеко. Воздушно. Раньше набрали. Так, две глыбы есть. Три глыбы есть. Все, спрятали за глыбы. Пиздец, как я умею, конечно, мало. Все, баллада, сдай гимн на хп пока. Просто, кстати, вера еще. Да, давайте веру. Сейчас нормально. Никто не умер, на удивление. Содиум ушел. На тебя идет дождь. Бачи пошел. Юю, Лакрима, Растрас. Мелизон, сдвигаемся. Юю за тобой идет. Вас за тобой тоже пошел. РДД зона. Баллада. Побежал баллада, не стой. Собаку вызывай, что-то хильте балладу, помогайте. Что-то дохуя дождя, не? Ну, так и будет. Так, бачи дозы выжили. Все, рейндж набрали. Ну вот близко, блядь, друг к другу подошли. А, доза сдай гимнах-то. Все, отлично. А, Шакид, БР, Бацыпу. Сейчас. Вот, я сейчас заберу, пойди балладу есть. Uh-huh. Не забрал. Баллада встаешь и сразу гимноман. Пан далеко бежал. Че, пойти забрать? Из тебя побегаешь? Ну, без разницы, хочешь, пойди заберу. Амбуш побежал. Бля, ну Трик, куда Шакид, ты повел дождь? Шакид, Содиум, Трик. Трик, уводи дождь, блядь. Содиум уводи. Растрас, дождей не стой, блядь. Сейчас взлетка будет. Взлетку, бачи, гимн на хп сдашь, как и по команде. На ману надо, у баллады 0 маны, блядь. И хильте его, блядь. На ману капустка сдаст. Хильте друг друга, ретрики, шп, блядь. Все, вон, глыбы стали.
Давай, бачи, гимн на ХП, капуста на ман. Кто там поставил? На следующем дозу на ХП сдашь. Бачи на ману. Дозу ты оба давал уже? А, все, хорошо, значит, капустка тогда на ХП, бачи на ману, на следующий. Топ, ты дышишь, релоки подохли, пиздец. Содиум побежал, блядь. Он прямо на мне кастанулся. Ну, он всегда так кастуется, он выбирает таргет и за ним идет. Вот видишь, он меня в таргет взял и за мной идет. Я стану. Хорошо. Это тактика такая. Все, приготовились, Содиум встал, отлично. Готовимся, рейндж набрали друг от друга, ждем. Глыба приземляется, приземлилась. Дайте в хулипало инер, ой, дай пока инер. 30 секунд. Все, давай гимн на ХП, а бачи гимн на ману. Я в глыбе. Вот после глыбы сразу вот стой прям на месте и кастуй гимн на ману. Прям вот сейчас хуяр гимн на ману. А, Шакит, сдай иннер, плюнь в меня. Вот, сейчас забираю, дай иннер Содиуму. Гимн на ману есть? Доза, давай гимн на ману. Сейчас заберу. Хорошо. Ну ты под стужей, блядь, идешь. Тебе стужа, ты забираешь. Ой, ты хотя бы предупреждал такие маневры. Да стужа была. Воздушная фаза, все, рейндж набрали. Набрали рейндж. Есть гимны какие-нибудь, блядь? Все, за глыбы ныкаемся. Давайте, чуть-чуть осталось, блядь. 14% дотерпеть нахуй. Доза понес. Понес вроде. Шакит понес. Ну, легчайший босс, блядь. Просто помогать друг другу надо. Нормально убил. Это была великая победа Орды, наверное. Мы сегодня по-любому должны закрыть. Центра легче, пиздёж. Чего? Просто глыба. Ну, блядь, Мелизону не вайп не снимает. Ух ты. Молодцы. Там топ 3 не упал. Это Влад, у тебя есть ключ? Ну, ключ. У меня есть ключ, забирай себе. Ну, я беру ключ. Да. Да, трения пиздатая, конечно, для РВДшек. Это не лака, нахуй. У тебя есть такие хулипал? Какие у тебя линканиты? Тебе надо, да? Ну, в принципе, и тренер, этот, блядь. И ноги ему тоже желательно. А ты этот не будешь собирать, ты 7 себе?
спал. Всем там говно на хп. Хант. Хант, нет мозга, забирай, он пиздатый кольчугу. А, точно. Хас, скрит, ап. Не заходите, не-не-не, стой. Не заходите, главное, к нему. Так, тринька. Фича ГЦ. Это тоже хапало, да? Ну да, холик он вообще заебись. Двумя сокетами нахуй. Угу. Ай, это хуй нахуй. На самом деле тринька такой себе. Значит, смотрите, господа. Что нам здесь надо делать? Во-первых, первый тут босс делится на две фазы. Первая фаза — мы бьем трэш. Трэш РДД вы играете банши, играете скелетов. Мелики заливаем по толстым и помогаем по скелетам. Вот это вся первая фаза. Со всех сторон на нас движется трэш по чуть-чуть. Вот надо будет смотреть, откуда кто выходит, и, собственно, по ним играть. Да, пэтов в центре держите, поставьте их там, блядь, АФК нахуй. Стоять на месте просто. Пусть они в самом центре у вас просто стоят, потому что, не дай бог, пэт куда-то пойдет, он нагрит дополнительный трэш. Это не надо. Поэтому все сейчас по команде, когда пробафаемся и все сделаем, идем в центр и сразу же там становите пэтов, блядь, на АФК. Я это уже говорил. Еще раз сказал, да? Нет, еще вторая фаза. Да, меня тут перебивают. Тут кто-то релить хочет начать. Походу. Вот. Теперь вторая фаза. Смотрите, ребят, на второй фазе внимательно смотрим на пол. Поднимайте, ну, полностью камеру, чтобы сверху вид был. Максимально отдаляйте. Смотрим на пол. Появляется красный круг такой. Из него обязательно выйти. Если не выходите, вы умираете. Дальше. На отдельных личностей, я ники буду называть, будет кидаться взрыв маны. Ваша задача — моментально отойти от рейда. Дальше. Контроль. Будет контроль, поэтому... Void и Аус, по возможности, занимайтесь контролями и помогает Рик. Это будет до выхода трэша. Когда трэш выйдет, Void ты больше не контролишь. Ты занимаешься трэшем. Там выйдет 4 моба, 2 моба забираешь Тагариус, 2 этих, блядь, жука. И 2 жука забираешь Void. Они там справа-слева, да? Да. И последнее, собственно, блядь, не проебитесь. По трэшу я не знаю, в принципе, поначалу, я думаю, играть не будем, будем смотреть по ДПСу. Если ДПС нормально будет ввозиться в босса, то не будем играть трэш. Трэш заберете и чуть-чуть в сторонке отойдите с ним, стойте, чтобы меликом не загораживать область. Если я буду видеть, что мы по ДПСу не влазим, то надо будет тогда сыграть по трэшу. Там самая главная хуйня, которая лайпает рейды. Ну, первое — это красное говно на полу будет появляться, из него выбегать надо. Потом какая-то бомба маны, блять, будут ник говорить. Ну, я это называл, взрыв маны. И говорил уже. И третья вайпающая рейды хуета. Это такая ледяной склеп кидается. И если вот игрок, в которого оно кидается, если с ним еще рядом все человек 10 стоит, то все они заморозятся в этот склеп. И наносит он урона 104% от вашего хп за 4 секунды. Вот. Ну, то есть вы будете в стане, и там за 4 секунды 104%. Ну, как-то так, блядь. По-моему, нет.
То есть нужно прохилить этих людей. Сейчас я линкану. Вот линканули вам. Вот это ледяное говно. 4 секунды. Каждую секунду по 26%. Соло. То есть надо подхилить этих людей. Вот милики танка не должны этой хуйней задеть никак вообще. Иначе пизда будет танку. Чё, Паш, мод? Чё, кстати, Влад, думаешь? Этот раз кели, если убиваем, по роллу раздаем, и следующее уже КД в Наксе, уже все по ИПГП пойдет. Ну, во-первых, по ЕП это я согласен. Во-вторых, я предлагаю здесь ввести некоторые ограничения. Ну, типа токены, ну, и шмотка, да? Да, любая шмотка, тут шмотки 226. Ну, давайте сделаем так. Если шмотка это на РДД, то топ-3 по ДПСу из РДД. Если шмотка это на миликов, топ-3 из миликов. На этом боссе? Да, вот конкретно на этом боссе. Ну, это типа помойка на этом боссе. Ну, это полный бред. Да, типа, ебать, на трэше столько не дам, нахуй, в топ-3. Ну, значит, урон в босса, наверное, смотреть надо или что. Короче, похуй, давайте убьем, потом поделим. На Next KD будете уже вносить, а не прямо во время рейда? Похуй, давайте убьем, как потом посмотрим. Идея? Все, давай. Что мы, подожди, что мы будем? Новшество в разролу шмота не во время рейда, а секунду. Теперь стопаем, возвращаемся к позавчера, блядь, когда был первый день КД. Вам говорили, что на Келе будет другой разрол. Ну, да, весь рейд мы идем по роллу, а на Келе будет по-другому. Да его не было просто. Спасибо. Давайте убьем. Фласочки все обновляйте. Похуй то, что сопроты и... обычные фласки. Сопроты тут не нужны. И по команде заходим. Да и РЧ, если все здесь, то заходим. Пан где? Пан, чего не хватает? Его сумонить надо, где он? В Долоране. Давайте сумонем. Ой, сумоните его. Он агрит, кстати, зайти в центр. Засумонили его? Да. Еще раз сорчи даю. Все, вот сюда ко мне подошли все. Сюда. И по моей команде все вместе пробегаем в центр. Локи, Хант, не забудьте своих петов там поставить АФК. Побежали. Все побежали, 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 побежали. Петов тут прямо АФК ставим. Солдатиками играем РДД. Старайтесь, чтобы он не доходил. Он если доходит сюда, его тут убивать, то он взрывается. Наносит дополнительный урон. Поганище приор милики и банши, если выйдут, в первую очередь РДД сливаем банш. Милики вон идет, она с поганища, ждем. Туда не влетайте. Все, вот теперь можно подойти. Вот так. Банша вышла, играть по банш. Вон она идет. Банша, потом скелет. Так, у нас поганище идут.
раньше на 2 часа. Банши идет. Лакрим, не иди так далеко. Можешь загреть. Поганище идет. Нет, это нормально. Я в десятке тоже так убегал. ПДК. Это не я. Это ПДК сюда зашел. Ничего, нас убило. Скелетик. Куча скелетов, которые кастанули взрыв. ДК, тоже прошу вас, поставьте, блядь, свой трэш нахуй, блядь, в АФК. Вот сейчас просто, блядь, мобик забежал за его спину, нахуй, я расхуярил, ебало, блядь, всем. А проще уберите петов, нахуй, отзовите. Потому что если вы, блядь, не можете контролировать, лучше вы выключите их. Сейчас, получается, пет скелетов заиграл еще? Ну да. Потому что я смотрел, нихуя вокруг нас не было и просто пошатало. Бежим, никто резать не будет. Пуст. Солдат, единый пустошь и темный взрыв. Да, это... Я не понимаю, почему ограничение на вот этот шарик назначили. Типа одновременно не могут все телепортироваться. А этот ключ кто забрал? Я забрал. Войд. Заебись. Ну пока не пойдем в пизду, это 25-ку Маликс. Там тоже, в принципе, ничего сложного. Ну как тебе сказать, я в десятке был. Хуета там полный. Угу. Это там этот, Тагариус пишешь ему. Ну ладно. Что здесь два танка хватит? Рейд не покидай, Тагариус сейчас. Ну, это надо уходить, уходи. Ну, тяжко будет без одного доп танка, ну ладно. Сейчас у внушения спросим насчет танкования. Да не-не-не, ДД не надо спекать, берсу упрямся в пизду. Сам поддержишь 4 мобов на второй фазе. Так, мы убили Хейгана, подхиба этого. Ну да, Хейган, Лотхип и Салферон. Бля, ебать там ник у этого варвал чате, голубой вагон. Бульдозер, голубой вагон, все нормально. Чё там, фьюдж? Да спит, походу, бля. Разбудит. Да я пытался его разбудить еще перед рейдом. Самое время. Там Вилхаммер есть. Кто знает. Ну, возьми Вилхаммера. Если пойдет он. Да что? Второй раз один и тот же. У меня все. Вон какой-то фрукт, блядь. Ну-ка, сейчас я ему напишу. Кому ты напишешь? Ршам в гильдии. Миша Ршам подписан онлайн. Сейчас я его поспрашиваю насчет нас. Фрукт? Ну, фрукт. Ник такой у Ршама в гильдии. У нас никого нет.
Да, в принципе, да, можно 24 попробовать. Конечно, лишний ДПС не был, а чё, Хаммер не хочет? Не, просто вот эти скелеты, ебать, они чё, как они так быстро забежали на шоту? Там Пет, ДК, ДК, вы тоже поставьте, пожалуйста, в центре. Я, получается, моба савил, поставил вот так боком, Пет забежал за спину вот сюда, сбоку стал, получается, и стал ближе к порталу. А там, если близко подходишь к вот этому порталу, где куча мобов, то они сразу агрятся, большая толпа выходит. Я понял, просто я их вообще не видел. Я тоже, кстати. Типа никого не было, и нас шотнуло, блядь. Может, они под полом идут? Хуй знает. Не, они четко вон шли. Один, один максимум бежал. Нет, там толпа была где-то, мобов 8, наверное. Че, как успехи? Разбанили тебя, нет? Чего? Вряд ли. Ну ты проверь. Вдруг разбанили. Нет, конечно. Разбанили. Они там злова ебут спутки уже. Ну вот не охуй дюпать, ебать голову. Ой, да ладно, блядь. Вот за раз в жизни можно подюпать. Готов 5к, блядь, и разбанят там. Пусть они пососут у меня. Вот, чё там, давай, может, блядь, так уже туда. Блядь, ну давайте так, хули, давайте, давайте. Ну просто время фасок тикает. Да, прям, время блядь. Это идёт. Никто не пишет. А рыба есть? Стоит. Ну, когда стоит, это хорошо. Сомненно. Шутник. Ну, блядь, насчет четырех жуков я прям сомневаюсь. Да выключи жука. Я в десятке танчил у босса и двух жуков, и нормально. Сейчас посмотрим, как тут бьют. Да. Они вроде в десятке особо не пробивают даже. Да, они особо не дамажут, просто проще двоих поставить. Да, аспект убери, пожалуйста, он двух ставит, нам не нужен. Спасибо. Все, все готовы. Побежали в центр. Сука. Холипал, блядь. Ну... Падаем. Ну падаем, ебать. Короче, позже. Ебать ты, конечно, красава. Ты, блядь, ты тут долго туго дымил там нахуй. Ворота открылись, можно резаться и забежать снова. Где ты это уже видел? Наверное, не добавился или что-то там. У меня было написано все готовы, я поэтому искал, побежали. Да, у меня тоже все готовы, желтые написано. Вот сейчас смотрю. Ебать, там хан пытался бить. Там по одному раз в 3 секунды можно заходить через шар. Вы что, блядь, стали тут гадаете, что ли? Давайте на завтра не будем эту хуйню оставить. Давайте убьем. Ну, завтра меня не будет. Да, надо сегодня убивать. Ты завтра во сколько собираешься десятку вести? Не, завтра десятку не поведу. Меня не будет завтра вообще. Я... Ну, точнее как, зайти, в принципе, может, и смогу, но не смогу рейтинг. А когда будешь, понедельник будешь? Да. Ну все, сразу там имейте в виду. В воскресенье десяточки там какие-то пойдем. Понедельник 25. Кель и Ока у нас. Да, в смысле, мы сейчас Келя убьем, блядь. Ну, имею в виду, если сегодня. Попробуем. Сейчас попробую еще раз фьюжу набрать, ну что он за...
Ты, блин, даже сидя больше меня. Не, фьюдж трубку не берет. 24, значит, да. Что, давайте проверку. Сейчас там капустка отошла, по-моему. Бля, чекни у нее рекаунт, часто пробует тринкать. Чекни. Пошли. Вижу. Давайте, доедайте там вон рыбу, фулл баф, все дела, давайте. А почему панда? Просто. Ну, панда нажмила. Панда это заебись. Ну в рекаунте чекни, вот. Блять, на трэше, да, охуел. Типа так, такие еще пробы. Еще раз сделаю че. Давайте в конце рейда скажу, сколько отхилил у него там был. Тринки. Не хилит она, дамажит. Все, все готовы. Побежали. Побежали. СС сейчас успеем еще до второй фазы распределить. Все, отлично, теперь стали. Всех петов на АФК. Всех петов, напоминаю, на АФК. ДК, блять, Локи, Хант. Кресты, да, тоже. Ищадить мы, блядь. Лучше ищади на Келе уже зададите потом на второй фазе. Сейчас ни в коем случае, нахуй. Три часа. Банши. Вижу. Подпускаю ближе просто. Оттуда же банша пошла. Солдатиков РПД играть. С полумесяца банч. С черепа банш.
банча на 3. Да, вон квадрат же стоит, меточка с квадрата банч. Банши сначала доиграйте, потом по келю будем играть. Раньше и мелких доиграйте. Вон с черепа еще банши вышла, ее сыграть. Все, келю вступил в бой, я пока танчиваю. Давай баншу убьем. Гера, чего? Ждите, сейчас добьете трэш, потом будете Геру давать. Весь трэш добейте, трэша вообще не должно быть. Расщелину, выйдите с расщелины в центре самом. Блять, ебать, два хила нахуй просто стоят, блять, дрочат там. Стали, блять, крестами своими. Фул баф по шаману, блять. Трик, вставай нахуй, алё, блять. Расщелина сзади рейда, вышли оттуда нахуй. Петов можно уже с пассива убирать, хуярите с петами, блять. Трик, вставай, блять, трик, КД, я понял. Взрыв маны, бачи. Блэк Дарк, доза, рыбацы, побачи, заморозка, рейндж вышли. Расщелина, милики, прям вот, блядь, под боссом, нахуй. Геру. Ресет трига, нет? Да, ресет трига. Отдай ему БР пока. Блядь, где контроль, нахуй? Вставай. Арастрос на рейндж выбежал. Расщелина слева от босса, отвожу чуть-чуть. Вон контроли пошли. Что контроли, я не слышу. Да зеленка бегает. Шаки, дай мне БР. Хотя не меня. Лучше дай БР на полетало. И сразу... А, и на руке в КД, я понял. Баллада, отдашь гимн на ману. А, баллада мертвая. Бачи, давай гимн на ману. Ладно, полежу, блядь, в ПРЛ. Кто, правда, трэш будет танчить? Войт сам потанчит, что ли. Старайтесь кикать, блядь, косты стрел. Вообще не стоим. А, плюнь меня на взрыв вынес. Угу, отлично. Контроли пошли, контроли на раздать. Масфиры дайте, блять. Локи, зайдите нахуй. В мелизону дайте масфир, блять. Если ну, вы контроли. Да, вроде спелки. На рейндж мелизона вся вышла на. Да. Все просто. Вся мелизона заморозится. Тут не надо постоянно водить. Тут ты отводишь только если расщелина под боссом. В остальном стране так ты просто стоишь на месте. Ну попробуйте под ворота сбежитесь, то и выйдется. А в десятке вроде нет контроля, блядь. В десятке нету. Контроль только в 25-ке. Контроли привыкните, Локи. Если что, вот забежали в кучу, нахуй. То за контролем, блядь. Масферу сдали, блядь. Все, пошли домашки дальше. У них есть масфер. А под ДБМ не заметил контроль? Нормально таймер? Что по ДБМ? Таймер. О, ты выйдешь, кстати, блядь, заебись. Видел не ледяного взрыва, блядь, по ДБМ, а не контроллер, блядь. Стой. Было, без сала все. Мне уже написало, что взрыв, бабах. Ну, хуёво, типа, два хила в начале сдох, конечно. Когда три человека в контроль берет, это как на леди. Вы им должны либо стан дать, либо фир, либо этот вихрь, блядь, какую-то хуйню, чтобы они не поубивали всех, и чтобы их не убили, а уехали. Там, по сути, вот могут шаманы реально прохиксовать.
Просто БК должны перед контролем дать зеленку и паладины баблы. Если да, вы можете забыть случайно. С пула босса сразу паладины все сдайте бабу, чтобы он у вас в КД был. И ДК обязательно зеленки скидывать по кулдауну. Ну первый раз они будут, сейчас они будут с каждым троем. Блять, если бы ХП не подняли, было бы попроще. Ну, шоки походят, что дают. Ну, метку я не видел изначально. Красный. Я отлёг. На полу, смотрите. Да, я видел. Ну, шокипало, да. Ну, блядь, типа у тебя она дамажила на 920 тысяч, 17 тысяч, блядь. По-моему, это не, короче. Ну, чё, на сове получше будет? Нет, ну, если она на шоке так мало дамажит, блядь. Она же, типа, от периодического урона. Ну да, у ШП и так 3 дота висит, с 3 дот, блядь, да, внутри типа 18 тысяч. Это сколько проков получается? Ну, если, грубо говоря, округли, блядь, с ляма 17 тысяч, то, блядь, 1,7%. Ну да. Ни о чем. Ну, вспомни счёты Алора, которые Иррационал забрал. Который трик забрал, тренил, вот она самая пиздатая, наверное, да, меткость, нахуй, стоит. Ты просто до кары хайм будешь носить. Туда. Миш, говорят, тебе меньше пизди, им туда и лучше на рейд. Ульту. Трик, поешь рыбу. Хант. Да, ульту. Хант. Да, Войд, обязательно на второй фазе сразу купол, нахуй, кастуй. Не играл в доту никогда, не знаю про что вы. Ну там персонаж есть, Войд. Ну я знаю. Синий такой. И Battle Fury еще собери, чтобы массово бить. Да, обязательно. Именно на трэш. И этот, обязательно поставьте, нахуй, эти глазики, блядь, чтобы видно было, где кто выходит. Побежали по таймеру. Вот таймер пошел, побежали. Все, петов на АФК в центре все поставили. На куру обязательно купите, блядь. Доставляет нахуй. Ладно, все, потом пошутим. Меточки стоят с разных меточек, говорите, если откуда-то там банши и так далее. Вот. Все стоит. Жуки выходят с кружка из черепа, да? Да, с тех сторон. Ну, можно так сказать. Да, давайте Геру оставим, когда жуки выйдут, когда Геру сдадим. Ну, кстати, здесь и кель так нормально рубит костами, блядь, пизданах. Стрелами своими. Банши, трусы. Банши в квадратике, ебошьте РДД, уже ебошьте по ней. Оттуда же толсто идет. Сейчас я влечу. Банши квест.
Больше с квадратика пошли. Быстро бьем этот мэп. Здесь Ромбика банш. Ром банш. Там никого не было. Банш из черепа. Черепочек повернулись, банш. Пуджа ловлю. А, забирай ты его, там скоро фазуешь. Банши, кружок, наверное, да. Квадрат, банш. И из квадрата тоже. Убивайте. Скелетов добейте. Нормально, блять, ледяная стрела, но 31 красавчик, заебись. Аус, 30 секунд БР отдаешь мне. Аура от льда стоит, да, у нас. Растрас оранж. Заморозка фичи, не мота. Нет мозга и не шики. Все, отлично. Что подняли? Все, БР прилетел. Не надо Геру. Геру, когда трэш выйдет. Фулбаф по вару, пожалуйста. Расщелина, милики, сдвиньтесь. Не уводи так. Нормально там. Фича взрыв. Рэндж. Че заберешь? Контроллера дали. Минус Гера. У нас два шамана, так что нормально. Бэкдарка в контроль. Растра взрыв мана ушел. Угу, отлично. Так, меня слышно? Да. Да что-то у меня что-то тут экран замедал на телефоне. Подумал, все это знание. Расщелина аккуратно. Центр. Не знаю, мало. Жуки по времени или по хп боссу? По хп на 50% будет расщелина. Контроль по ДК быстро. Блин, мне там чуть пол жопы не отхуяли. Внушение, блять. Дал вихрь по марке. Самая новая зона, блять, станина. Все, прохилились. СС, если есть, обновите потом. Расщелина. Бачи вышел. Угу. Все, все, назад. Как только тебя хлопнуло, АОЕшка, назад. Расщелина, милики. Сдвиньтесь. Резь. Баллада, давай гимноман. Расщелина.
Смотрим, где в центре. Нормально. Контроллер скоро будет готовить. Контроллер раздали. Бля, чё, на 50 они не вышли? Чё, они на 30 выйдут? 30, наверное, ну, возможно. Вон, не, выходят, выходят стражи. Содиум умер. Как умер Содиум? Трик тоже умер, бля. Рога порезался. А, Рога пошел всех порезал. Ну где ваши контроли, бля? Содиум был, да? Ну, лови, босс. Следи за тем, что... Хуя трэша. Ну, 4 моба, я говорил уже. 4 моба. Вот. Ледяная стрела всех убила. Босс начал время бегать, почему? ДК, еще раз напоминаю, блять, по кулдауну сбивайте нахуй АМП, блять, свой антимагический панцирь. Просто он откатился, прожали, откатился, прожали, откатился, круга прожали. Кош, все это дела тоже сбивать. Что да? Ой, кош, пусть тоже ну, не да, давайте Геру, давайте Геру. Стопните, блять, давайте Геру пробуйте. А, все, да. Видишь? Да. Надо помогать с контролем, потому что, блядь... Надо по костам распределиться. Миликов контроль берет, их надо как-то, блядь, вывести из боя, чтобы у него пизды не дали. Стан, блядь, фир. Погоди. У нас 3-4 ДК. Я могу сбивать от 5 человек. Влад может, это 6 костов. Короче, дохуя костов можем сбить. Тебя убил, да мы сбиваем нормально. Мы сейчас нормально сбивали, пока меня это, не убили нахер. Ну, 8 лямов, в принципе, нормально. Да еще как-то хуй, ну жуки, в принципе, хуйня. Ты вот помер. Блять. Я еще вихрь дал, роги уже в это время начали выходить, жуки ебаные. Перед второй фазой Black Dark SS на Войда, рыбоцыпа на меня, Фич SS на Содиума. КД SS я Войду давал во время боя. Да, Black Dark, ты на Войда. Фич, ну как откадешься? У тебя через сколько откадешься? 12 минут. Да, да, это все, это лострай. Сейчас убиваем, да, не убиваем, значит. До проноса. Значит, понедельник. Да. А ты что, тринку отдала кому-то? Ну, на совет отдала. Сова, так посмотри, сколько домашний. 14 тысяч на дамажу. Я вообще не вижу в рекламу, что у него, блядь. Ну, он экстракт некроманского, блядь, могущества. 10 попаданий, 7 обычных, 3 грита. На лям 700, 1000, 14 тысяч. Ну да. Ништяк 3. Да, хотя вообще на ШП она должна нормально. Да, ну, конечно. Вообще на всех дотовых. Дай лучше капусту. Может, типа на таких на статических боссах за домашний. А в овцу превращаются люди в рейде? Да, я овцевал. Да. На контроле просто. Редрики станут. Фиры. Три фера от лока, блядь, от ШП моментально фир там. Оковы те же минимально, чтобы не убили полрейта. Да, эти штучка сильно нужна, но это прай. Да? Бачи, ты где? Чего? Не половина.
Бача, ты где? Что там, рыба есть, нет? Вот, Кремль, ты от КДшился, Джиф? Поставь, пожалуйста. Да, 31 тысяча в тебя влетела. Ну, на первой смерти? Да. На второй. А вторая смерть. А там где-то доза убила. А. Да. Там не только доза, там все, блядь, меня вхуяли. Там доза в основном. Ну, первый каст я там просто тупанул. Мне надо было, блядь, первый каст сбить, а потом отдавать прожимку. Я, короче, в боевой стойке был. Я хотел отдать же возмездие, а потом в оборонительную и все, и танчить. Просто оборонительная ж мне повышает. Снижает урон получаемый. Холик, можешь с рыбы слезть? Короче, патчи нету, хуй знает, куда он бился. Так, но стрела 34 да? Тонны бьет. Тут на фрост, что ли, одевать? Или что, я что-то не пойму. Не, тут она по тебе так ударила? Не, я по тебе смотрю, 34 тысячи. Не, там первая 31 была. Это я же говорю, я был не в оборонительной стойке. Я отдавал боевую, чтобы этот обратку включить. Давайте еще раз FC, если бача нету, то без него, значит, без него идем. Вроде пишет. Ну подбегай к нам. Нажимай, да, там табличка. Бачи, ты в следующий раз, если ты уходишь куда-то, то пиши в ПМ Орелу, блядь, либо там, я не знаю, чтоб хоть кто-то, блядь, понимал. Может, он в чат написал, что он вредный. Да. Я понял. Не увидел, значит, ладно. Давай, подходи, хавай рыбу, фул баф. Последний трай делаем. Дайте крест на бач. Содиум, поешь рыбу. Не брезгни. Она грязная. После грязных хулипалов. О, не ем. Я земли не кушаю. РЧ. Все, все готовы. Даю таймер. По таймеру четко, блядь. Идем нахуй. Побежим. Шикит, не стой. Все, отлично. Петов поставили АФК. Заебись, блядь. Поэтно. Меня поэт зовут, не знаю, как от меня вы хуй догайка, да? А кто заметил, откуда жуки выходят? Да не, прям дома приезжают. Откуда хотели, оттуда пришли, блядь. Один прям возле меня вырвался. А, они с земли прям?
Ну, один Уэллс. На квадрате банши, ребят. Вообще они из порталов приходят. Ну, один, я же говорил, четко прям возле меня выполз. Банш квадрат. Клей мэч, а ты готов, если что, со следующего КД в этот, спекаться на пару боссов танк? Ну, меня конкретно интересуют всадники и этот, и глут. А, я понял. Что за кристаллы? Ну, третий спек. Там кристаллы надо у вендора покупать. За голду. 25 голды стоит. Один респек. Кружок это. Сучка вышел. Прости, господи. Скелетов, скелетов, скелетов активнее, он куча скелетов идет. Все, в эту с кружочка сыграли. Банш. Там еще одна банша выходит и скелеты. Скелетов милики сейчас сыграйте. Банши сыграйте с полмесяца. Расщелина милики. Ого, сдай свои эти. Снятие контролей. ДК тоже щиты. Все свои контроли быстро сняли. Холик в рейндж отойди. Взял по всем миликам и ебал. Молодец. Расширено. Контроли, 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 блядь. Меня просто тупо убили. Да, я видел. Расщелина, аккуратно смотрим. Все, рога, все, повыходили из контроля. А, шаки, дай БР по Юю. ПСС, расщелина. СС раздали, кому говорили изначально. Трик вышел, 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 вышел трик. Все, назад вернулся. Расщели на милике, прямо возле вас. Угу.
горостросу дать или не надо? Пока не надо. Милики опять расщелины. Милики опять расщелины. Приготовились к контролю. Подсливали все КД свои. Расщелины. Мисс. Милики расщелины аккуратно. Макрим чего-то расщелину. Слайкер, блядь. Расщелина. Расщелина. 5 миллизони вроде. Не, а нет, то, блядь, метка красная была. РБЦ по рейндж. Расщелина. Прокилил ешку. Скоро жуки. Да, жуки выходят. На пульте жуков ханг. Еще один жук с черепа идет. А, Геру. Что тут это? Ну давайте. Жуков не надо пока. Расщелина, милики. Не стоим, блядь, милики. Фух, я думал, сейчас Юю сдохну. Расщелина, мили. Перебежали на другую сторону. Чуть сдвинул босса. Доза вышел рейндж. Угу, отлично. Войт нормально держишься? Да. Баллада, гимна мана, баллада. Сова вышел. Угу. Поставил. Отлично. Убил тест. Балладу давал то там уже. О, гимн. Бачи, сдай гимна мана. Не отходите, пожалуйста. Взрыв бра вышел. Капустка, давай, гимнаман. Да, контроль забагался, сейчас контроля нету, так что не смысл. Только один контроль был, все. Им надоело нас контроль, говорит, ладно, пацаны, убейте. Стрелы сбиваем. Нормально, нормально. Прожмись. Контроли пошли, блядь. Эфир, давайте стану. Проконтрольте их, просто проконтрольте их, хуярите дальше у босса. Сейчас я им дал с моста ШВшку. Там убиваем. Все, добивайте. Один процент. Спасибо, это была великая победа. Бля, что? Два плаща? Ух, какой плащ, блядь. Да, два плаща, крит этот, блядь. И щит на Holy Power Shaman. И башка на Вархан Шам, блядь. Ну, башку прям очень хочу. Вообще. Прям очень, блядь. Last token, блядь. Чё, как кролем? Сейчас, секунду. Порестните, а? Порестните вы на Крима и Раста. Так, два первых по роллу.
Да давайте все на ДЭ уже пьют с вами. Так, капуста и Кадыров, правильно? Да. Спасибо. Изи победа. Щит Эршама Хулипал, да? Да, да, щит Эршам Хулипал. Ах. Один. Крит Харкс, господа. Просто бессонный щиток. Голова Вархант Шаман. О, блядь. Да идите в баню. Да иди ты нахуй. Ну, блин, это такое себе. Чё, трик, да? Ну, две. 200. Ну, а, 200, дайте портал, Долоран. Маги. А, у нас маг один. Кадыров, дай портал, Долоран. Только не ливайте, пока свет, сейчас я... Лучше бы танку оставили бы. У тебя четвертый кусок будет, да? Ну вы как бы можете... Да, можете, у меня вот столько. Вы можете между собой пообщаться, смотрите, кому... Ну я ему написал сейчас. Вы смотрите, чтобы для рейда это было в плюс. То есть, если, допустим, ему не так важно, допустим, если у него нет вообще кусков, или если у него третий это будет кусок, то если... Ну, можно отдать человеку, у которого будет четвертый кусок. Все, там я 50-й подал. Да, он согласился уступить. Спасибо, Трик. Содиум, может, там, да. Посмотрите. Может, у Содиума это четвертый нет, кусок? Нет, я попросил, я же говорил, что попросил, у нас нет проблем. У нас пробивают ДДшников, пробивают этих танков. Варов, да? Нет, ну вообще, я говорю тебе. Я понял, понял. Это понедельник ока, правильно, Влад? Да, пошли в понедельник ока потравим. Там будет, конечно, тяжко, но давай потравим. Я думаю, должны потянуть. Содиум, вот. Ты завтра собираешь десятку во сколько? Да не знаю, посмотрим еще. Кто хорошо. Придет тоже. Ну, я буду онлайн, короче. Ну. Так, ребят, мой статик по поводу моей десятки. Где-то ориентировочно, наверное, во вторник соберемся. Арастас, постарайся собрать хоть какой-то шмот на хила, будь то хотя бы там 180-й, похер, ты будешь хилить с нормальным маршамом.